В эфире программа «Цифры». Здравствуйте. Не так давно я узнала, что в Самаре находятся уникальные самолеты. На них летали известные личности и ставили рекорды. Эта техника давно списана и хранится на аэродроме СГАУ «Смышлявки», который был построен для практических занятий в 1942 году. До 1962 года на аэродроме обучали технических специалистов и штурманов. Сегодня он служит обучающей площадкой для одной из кафедр современного университета. Здесь расположился настоящий музей, около 20 единиц раритетной техники. Большинство машин уже не работает, хотя некоторые системы в них функционируют. С отдельными экземплярами связаны удивительные истории. Як-42 был выпущен в 1976 году, списан в 1982 году. Этот борт был посажен на грунт в Смышлявке героем Советского Союза, космонавтом и летчицей Светланой Савицкой. Ту-104 изготовлен в 1959 году, списан через 7 лет. В 1960 году на нем был установлен мировой рекорд. Экипаж летчика Ковалева пролетел расстояние 2000 километров с грузом 15 тонн со скоростью почти 960 километров в час. Ту-154Б2. Это единственный из сохранившихся опытных образцов. Он был выпущен в 1969 году и стал первым самолетом своего класса, который удачно поднялся в воздух. Первые два судна пострадали при испытаниях. Ту-154М был списан в 2013 году и передан авиакомпании для учебных целей в университет. Примечательно, что в Самаре на нем был совершен уникальный перелет с Безымянского аэродрома в Смышляевку. На тот момент аэродром Смышляевки был закрыт, и взлетно-посадочная полоса была в два раза короче минимальной. Однако экипаж летчика-испытателя Рубена Ясаяна справился с задачей. Ту-144С. Этот необычный экземпляр совершил первый полет в 1975 году и прослужил больше 10 лет. Раньше по салону самолета водили экскурсии, но сейчас он закрыт для всех. Ил-14М. Совершил первый полет в 1957 году. Все системы самолета до сих пор работоспособны. Кстати, на нем летал сам министр обороны СССР Андрей Гречко. Ми-6. Вертолет прослужил с 1964 года по 1995 год. В 80-х годах он потерпел аварию в тайге. Во время снежного вихря зацепился за деревья. Однако машина еще не раз поднималась в небо после ремонта. Его налет составил 21 тысячу часов. Еще одно интересное место с техникой – заброшенный аэродром в 85 километрах от Самары в селе Кинель-Черкасы. Он был построен примерно в 1940-х годах. Тут готовили молодых специалистов. По слухам, здесь проходил стажировку Александр Маршал. Возможно, это действительно так, но подтвердить это может лишь сам певец. Сегодня известно о том, что с 1993 года на аэродроме базировались вертолеты Ми-26 и Ми-8 боевого полка. В конце 2009 года полк был расформирован. На его место пришел клуб Ми-2, который не просуществовал долго. Теперь здесь стоят старые разобранные вертолеты, которые, кстати, принимали участие в ликвидации Чернобыльской катастрофы. С вами были «Цифры». Увидимся!